Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Винда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Нанда Саходитам Си Нанда Нанда Нанг Банде Радхика Чарано Дайам Гопи Жану Самаюктам Винда Ванам Манухарам Ванча калпатару ващаки пасинду бхавача Ватитананг павуне бхавишна вибхьо намо нама Мукан кароти вача ланг пангун ланг хайтагирим Ятки патам аханг банди парма ананда мадвам Брандави тулсиде бхайпиявай кесва сача Шна бхакти паде деви сатта ваттой намо нама Нараяна намаскритта нарун чайва нароттамам Девин сарасватин вясам тато жайо мудира Шанкиртане кишна катху падеши Гаурия патрашо пракаса неча Садану ракта гуру бхакти юкта Бхакти Прамодакша Джагод Варун Дейям Сада Парибхабагнам Авишта Духам Тетас Падам Сива Виринджанутам Сараньям Витаттихам Панутопал Бхабаддипутам Банде Махапурушате Чаруна Аравиндам Ятпада Паллавана Качандамани Чатая Биспуриджито кимапикабхавадукшвадарши Пурнануррагарасасагарасарамурти Сарадхикамайкада кипам кируси Шри Кришна Чайтанна Прабхунитта Ананда Си Аддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитта Ананда Си Аддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Харе Аджану Ламбита Бхуджау Канука Бхудату Шанкиртанай Капитару Камала Шатакшу Вишамбару Диджабару Джугадхарма Палу Банде Джагат Приякару Каруна Аватару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Харе Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дибха Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Дада Синиттам Бхаван Рупе На Сада Нарана Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Вивши Табам Бхагам Нараяно Прияманангу Мада Бхарам Варанаси Пурапати Бхаджави Шанатам Вагиша Джоша Бадане Лакшмир Джоша Чабасаси Ясьясте Хидай Самби Твам Нишинга Махам Бхаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Ясьясте Бхактир Бхагавати Акинчана
Sarvaguna istatra shama sati suraha Haru avakta shakuto mahadguna Manoratena asato dhavato hi Jasyasti bhaktir bhagavati akinchana Sarvaguna istatra shama sati suraha Haru avakta shakuto mahadguna Manoratena asato dhavato hi Gaudiya Goshtipati Gaudiya Goshtipati Sisila Bhakti Siddhanto Saraswati Goswami Prabhupada Paramahansa Jagadguru said that know it for sure Gaudiya Goshtipati Gaudiya Goshtipati Sisila Bhakti Siddhanto Saraswati Goswami Prabhupada Paramahansa Jagadguru said that know it for sure that Srila Vrindavan Das Thakur Mahasaya is our only guru in Gauriya Sampradaya. Gauriya Goshtipati Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Gaudiya Goshtipati Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada сказал, будьте уверены, что Srila Vrindavan Das Thakur Mahasaya наш единственный гуру в нашей Гаудия Сампрадая. Почему единственный гуру? Что это значит? И как это понять? Чтобы это понять, нужно иметь представление о Гуру Таттве, и тогда все станет ясно. Шрила Прабхупад Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что Гуру Таттва одна, единая татва, неделимая. Гуру татва, как целое, это одно, единое, неделимое татва. Но в соответствии с нашей анартхами, мисконцепциями, мы думаем, что один гуру отличен от другого, имеет в виду настоящий садгуру, а не всякие мошенники. И вот подлинные садгуру во всех четырех авторитетных вайшнавских сампрадаях, я не говорю о каких-то новоделах, я говорю о авторитетных сампрадаях. Все, что, все концепции, все идеи, которые у них есть, в шастра говорится, что если в Рамануджа сампрадае садгуру, мы должны выразить почтение ему. Если какой-то садгуру в Вишну с вами сампрадая, мы тоже должны выразить ему почтение или в Нимбарга сампрадая. Изначальный садгуру не исходит из одного места, и в соответствии с их служением, данным Бхагаваном, они проявляют такую лилу. Кали – это век противоречий, борьбы. Мы не можем прийти в гармонию с гуру и вайшнавами, и поэтому мы не можем найти решение нашей жизни. В этом главная проблема. И разумные люди. Люди думают, что они разумны. И вот Сиддханта для многих, Сиддханта Вичар подобной гимнастике, думают, что можно как-то мускулы накачать. И думают, что Сиддханта Вичар — это такая гимнастика, что можно что-то делать, но нет. Даже неграмотные люди, я видел в своей жизни, без всякого образования, могут даже подписывались отпечатком пальца, ну, популярно так. Но по милости гуру вайшнавов они могли решить все. В то время как Бхактивинод, образованный профессор, он потерял веру в Шрилу Прабхупаду. Да, хотя был крайне образован, но это ему не помогло. И вот главный вопрос, как
прийти в гармонию с Гуру Вайшнавами. И в этом главный вопрос. Гуру-таттва — это такая таттва. Если я осознаю Гуру-таттву в какой-то день, я пойму Бхагавана. Несомненно, нет в этом никаких сомнений. И вот кто-то задает вопрос Шриле Прабхупаде, как мы можем обрести Бхагавад-даршан. Кто-то задает вопрос Шриле Прабхупаде, и Прабхупад смеется. Откуда вопрос Бхагавад-даршану приходит? Хотя у них даже нет Гуру-даршана. Откуда вопрос Бхагавад-даршана может прийти? Много раз мы видели, что по нашим собственными попытками в трансцендентном мире мы не можем ничего увидеть. И вот, живя материальной жизнью, нельзя понять то, что происходит в духовном. Все, что мы должны видеть через Гуру Падпадму, если мы отвергнем Гуру Дева, то без него мы не сможем узнать о духовном мире. Гуру Падпадма не отказывается ни от кого. И это наша неудача, что мы не можем понять любовь и заботу Гуру Падпадмы, бесконечную заботу Гуру Дева. Это наша неудача. Потому что мы не можем понять, что Гурудев имеет бесконечную любовь к нам. Даже Гуру Падпадма Баларам, он пытается спасти Дурьотхана, такого дурного человека, которого никогда нельзя простить. Он сделал дела, за которые не прощают. Если его привести на суд обычной публике, то его уж точно не простят. Но все же Баларам хотел спасти Дурьотхана. И в чем его милость? Нет никаких качеств у него. Хорошо. Качеств, если нет у него достоинств, но не так все плохо. У нас у него есть преданность. Это главное. Я вот изучал науку, философию, не изучал, но как-то случилось, что люди думают, что я доктор наук по философии. Все это по милости Гурудева. Это чудо. По милости Гурудева произошло. Гурудев в пожилом возрасте. Вот он научил меня редактуре, профридингу. И таким образом Гуру Падпадма хотел вложить в меня какую-то силу, возможность. И благодаря ему я все обрел. Гуру Крипа Хейкевалам. Гуру. Он Гуру. Почему? Поскольку он не думает, что я Гуру. Гуру Садгуру. Почему он Садгуру? Поскольку он никогда не думает, что я действующий. Как Шрила Прабхупада, он прославляет всех своих учеников. Шрила Прабхупад прославляет и своих учеников в день своего явления, что вся моя Гуру Варга. И вот он говорит, что мои ученики, они защищают меня от падения. Они смотрят на меня, наблюдают за моим характером, поведением, действиями и всем остальным. Я очень бдителен.
Садхгуру нельзя найти никаких недостатков Садхгуру, но все же некоторые находят в этом проблему Садхгуру. Рупа Госвами Пад предупреждает нас, что мы не должны находить недостатков в гуру, их сердца и вайшнавах, их сердце столь велико, что они могут обнять весь мир. What to do? All their activities, everything, what they are doing for us, Sadhguru, it proves that they have full attention to us. But we, due to our inferiority complex, we are thinking we are neglected. Oh, you are neglected. This is one kind of disease. Но иногда люди из-за своих психологических проблем думают, что они ими пренебрегают или еще как-то недостаточно внимания уделяют. Если люди уделяют нам недостаточно внимания, это хорошо, с одной стороны, мы можем заниматься баджанами, не отвлекаться на какие-то другие вещи. Прабхудананда Сарасвати Пад сказал такие слова. Когда permanent booking, not that today I book and tomorrow I can leave, not that. If I can book one room under the lotus feet of Guru Padma for eternal, then I can be all blissful all around. No problem. That's why И вот Гуру Таттва, в соответствии с Шрилой Прабхупадой, с Ачинтья Бхедабхедой, почему Гуру Таттва, Шрила Прабхупад видит Гуру в своих учениках, почему Джагадгуру видит Гуру Таттву в своих учениках, почему? Потому что он подлинный Гуру. Подлинный Гуру никогда не думает, что он Гуру, и поэтому большинство обычных людей превратно понимают его, если они какой-то ложный эго будут поддерживать статус, то и не поймут, что он ложный гуру. Assumption is not evidence. And emotion is not devotion. Вот эмоции — это не преданность. Некоторые думают, что люди излишне эмоциональные, очень преданные, но на практике не так. Гуру Махарадж говорил, emotion is not devotion. Преданность, настроение, служение и связь с Гуру Вайшнавами, они дадут нам возможность продвигаться выше, развиваться. И вот если у нас есть любовь к Гуру Падме, и чувство к нему, и иногда я спрашивал Гуру Дева, Гуру Падма смотрел на меня и смеялся,
Я удивлялся, почему он не отвечал. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура пишет, Гурупад Падма, он не вынужден отвечать вам, не должен отвечать, может ответить, может нет, в соответствии с ситуацией. И также на Бенгале. Вот Ними Махарадж спросил Пипалайна Риши в 11-й песне Бхагавата, 4-й части. Вот он говорит, что я хочу узнать о пути кармы, как карма настолько запутана, она связывает людей. Я хочу узнать об этом, как это возможно достичь уровня нишкармы. И вот Бхагаван Си Кришна говорит в Гите о Арджуна. Прибежище карма, если И вот если кто-то, ну, прежде чем спастись, например, вы где-то в джунглях или в лесу, неизвестно где, чтобы спастись, сначала надо выяснить, где вы находитесь, и потом куда идти. Вот если во время падения самолет упал, непонятно куда, нужно выяснить, куда. И куда дальше двигаться отсюда. И вот во время таких слушаний люди бывают от голода, даже сходят с ума. И вот в процессе баджана, чтобы быть удовлетворенными, нужно сначала выяснить свое положение и потом уже определиться, куда двигаться. Но вначале нам нужно выяснить свое собственное положение. И вот главная проблема в том, что я сказал в предыдущий день, из-за наших предыдущих самскар, потоки волны событий, события подобно волнам приходят к нам и могут скинуть нас с пути баджана, как волны сбивают с ног в океане. И вот суть в том, чтобы решить все проблемы, можно посмотреть на Гуру Вайшнава. Некоторые не понимают, оскорбляют, но если посмотреть на их глаза, они удовлетворены, спокойны. Поскольку они уверены, что они не совершают ошибок, никому не приносят боли. At least I can justify myself, I have not done it wrong. Oh, sometimes speaking heavy, sometimes speaking light, that's different. But I have no enmity with anybody. I am ready to help everybody, even all creatures. If somebody misunderstands, I have nothing to do. I have nothing to do. Gahano karmana gatihi. The way of
Путь кармы очень запутан. И вот мы должны выйти из влияния кармы. Сейчас мы преданы, они карме преданы, все действия преданных, они для удовлетворения Гуру Вайшнав и Бхагавана, мы должны помнить об этом. Бхагаван говорит, я не заинтересован в том, что вам нравится или не нравится. И вот Ними Махарадж, такой же подобный вопрос занят Пипала Риши. Я хочу знать запутанность кармы, как достичь нишкармы. И я хочу спросить странную вещь. Когда мне было 5 лет буквально, в то время Четушваны пришли. Первые, кого создал Брахма, они пришли. И мой отец был там. Я хотел задать им вопрос. Эти Чатушваны только улыбнулись и не ответили на мой вопрос. И вот он вырос, стал царем. И этот же вопрос он задает Пипалайна Риши. Сомнения у меня. Когда я был 5-летним мальчиком, в то время я хотел тот же вопрос задать этим Чатушванам. Они, их даршан очень редак. Моя великая удача, что я был их даршан. Ari Baba, Guru Vishnu is there to quench your heart. You will have to open your heart, na? How to quench? Quenching, you know, quenching? You don't know quenching. И как же утолить жажду нашего сердца? To give the ductility or other things, so many things are there. Metal are usually giving treatment in the fire. In the fire for how much time? In fire. Growing fire. After that, what to do? After 10 minutes, 15 minutes, taken care of, put it into kerosene. After that again, put it. After that again, different solutions are there, finally what? This is called treatment. You cannot understand. This kind of treatment can increase the property of metal. Man, according to your demand. Follow. Why those bar, TNT bar, SAM bar, pardon me, with which you are making building, you know, building, iron rod bar? How they increase? This way. This way they increase the flexibility of iron, this way, so that the iron can grow, resistive power, this and so many. Follow? И вот Ними Махарадж спрашивает тот же вопрос, я задал Четушвану, но они не посчитали нужным отвечать, улыбнулись, помолчали, ушли. Почему? Пипалайна Риши сказал, о царь, ради этой причины ты не можешь понять из-за этого. Ты не можешь понять, поэтому не зрел был еще, ребенком был, не мог понять эти вещи. И тот же случай с Гурупад Падмы. Мы иногда спрашиваем вопросы у Гурупад Падмы. И вот я спрашивал, Гурудев улыбался и ничего не отвечал, а теперь я понял.
внешне он молчал, но своей силой баджан он дал мне некое понимание, и вскоре я обнаружил все ответы на свои вопросы. Иногда Гуру Падпада может говорить вам, иногда нет. И поэтому некоторые люди страдают от такого, когда прямые ответы не получают, поскольку у них нет веры. Если у них есть вера, то ответ придет естественным образом. И вот в этом главный вопрос, то что как далеко, как насколько много веры в Гуру и Вайшнавов, и в соответствии с этим мы можем развиваться, развить нашу силу баджана. И вот когда Шрила Прабхупад говорит, знайте наверняка, что Вриндавана Стакур Махашой единственный гуру, и поэтому он говорит, Павел, поскольку Гуру Таттва одна, единая, неделимая Таттва. Гуру Таттва — это Гуру, это не человек. Гуру — это принцип, он смотрит на вас везде, отовсюду. И это зовется Гуру Даршан, когда мы сможем видеть Гуру везде. Наше неправильное понимание Гуру Даршана может разрушить нашу жизнь, и я беспокоюсь о вас. У нас должен быть правильный даршан, и поэтому Вриндаван Дас Такур Махашой единственный гуру. Это правильный сиддханта, он Вьясадева. Он Вьясадев, явившийся в форме Чайтанья Лила Вьяса. И Вриндаван Дас Такур Махашой, он Вьясадева, и в то же самое время Кусума Пирасака, друг Кришны, Кусума Пирасака. Он тоже пришел во Вриндавана Стакура, и оба они пришли. Как Деваки и Яшодама, они пришли в Шачимата. Нанда Баба и Васудев, они оба пришли в форме Джаганнат Миша. И вот мы можем пытаться спорить, что кто более высокую позицию занимает, Вриндаван Дас Такур или Кришна Дас Кавирадж. Я не могу чью-либо сторону принимать в этих спорах. Борьба почему на этом фоне происходит? Потому что мы не совершаем баджан. Споры, имейте в виду. И вот можно вот Кришна Дас Бабаджи Махараджу какие-то брамачари жаловались, что делать. И тот послушал, посмеялся и сказал, откуда эти проблемы возникают. Лучше повторять Харе Кришну, и все проблемы разрешатся. Шридхара Дева Госвами Махараджа пришли тоже брамачари спрашивать, он Гурудев сказал Лакхаринама повторять. С другой стороны, много служения, которое нужно совершать, и времени на Харинам не остается. После жаловаться Шридхара Махараджа, что же делать? Шридхара Махараджа засмеялся и сказал. Сидар Гусей Махарадж,
И вот Шридхар Госвами Махарадж сказал, вот Кришнадас Бабаджи Махараджа такой же вопрос спрашивали, и он спросил, чем занимаетесь служением, чем руками служите, да, а рот у вас свободен, можно повторять святые имена. И Кришнадас... И вот если повторять часть на четках, часть в уме, но вслух, в процессе всего дня, то 1050 святых имен можно повторить в течение дня, это уже половина лакха, и оставшуюся половину лакха на четках можно. И вот наш Сидар Махарадж тоже говорил. Шридхар Махараджа представление более сладко, он более так изящно обещает, объясняет. Кешав Махарадж достаточно грубо может сказать, кто-то думает, что он не гуру и не вайшнав, если грубо говорить, но это к делу отношения не имеет, поскольку проявление гнева, выраженное Кешав Махараджем, это трансцендентное качество. Если мы подумаем неправильно, то станет причиной нашего падения. Они вечно не гневаются, а проявляют лилу гнева. Гнев – обычно результат вожделения неисполненного. Шридхар Госвами Махарадж говорит: о, дети, смотрите, мы повторяем харинам, чтобы обрести больше служения. We are doing Harinam to get more seva. Bhagavan, you give me seva. So much seva that I cannot get any time. И вот когда мы повторяем Харинаму, это буквально молитва о том, чтобы Господь послал служение нам. А служение мы совершаем, чтобы Харинам лучше повторялся. Как наши Рупа Санатана, если посмотреть на их жизнеописание, Шатки Свами Аштаку. И вот у нас должен быть позитивный даршан. Если нас кто-то не любит, не уважает, это тоже хорошо с одной стороны. А если негативное восприятие всего будет, то будет сложно, нам будем беспокоиться, переживать. And can eat up, like cancer.
И вот мы негативное восприятие должны избавиться от него, поскольку на пути баджана оно только мешает. И вот вопрос Таттва Сиддханта Вичара. И вот один человек, о котором от Джива Таттве, и вот я когда говорил о Джива Таттве, это было открыто, все ясно и понятно, а тут один преданный Словении начал спорить. Я все эти свидетельства принес, не понял. Опять я привел. Но что-то потом я подумал, что он понять не может, и без толку с ним спорить, удачи у него не хватает. И вот если есть вера в Гуру и Вайшнавов, мы можем найти решение. А если какие-то сомнения, мы должны ждать и пытаться избавиться от них. И вот Вриндаванас Тхакур Махаше, он единственный гуру. Что это значит? Значит, что всю нашу гурвагу мы можем найти внутри его. Он в Ясадева. И таким образом люди говорят о всякую ересь, о Мадвачаре, что Мадвачаре на комментарии Красотатве не писал, значит, он не в преемственности, но они не знают, что Мадвачаре было дано указание, Бхагаван дал указание ему, что сделать что-то вот до этого уровня, и все. Вот он то, что поручено было Бхагаваном, то и сделал, а дальше он не лез. И вот Вриндаванас Тхакур Махаше составил Чайтанья Бхагаватам, но специально оставил какую-то часть, чтобы ее закончил великий преданный Кришнадас Кавираж Госвами. И вот, в соответствии с наставлением Бхагавана, Мадвачарья до того уровня дошел. Мы не должны забывать, что Мадвачарья, он воплощение Ваю. И поэтому он в форме Ханумана и в форме Бхимасена. В одной лиле он в форме Ханумана, в другой лиле он в форме Бхимасена. Бхимасен любил Кришну, поклонялся ему, и Хануманджи, он поклонялся Рамачандре. И это неприменимо ко всем. Это особый случай, исключение. И вот, естественно, внутри Мадвачарьи у него была любовь к Раме и Кришне. У него было двое божеств. Первый тот, кому Дашаратха поклонялся, это явление Рамачандра еще. И второе, когда он нес большой Гупичандан, этот Гупичандан Мадвачарья взял его, как ребенок мяч, и этот Гупичандан в процессе развалился, треснул, развалился пополам, и Мадвачарья заметил, что там нить Агопал. И вот Мадхва-гаудия сампрадая, Махарадж опубликовал фотографию этого Агопала в книге про Мадхва-гаудия сампрадая. Но это, опять же, особый случай. Но наша ништа должна быть направлена на что-то одно, как Мурари Гупта.
он любил Рамачандру и Чайтанью Махапрабху, и тяжело ему было жить, и разрывался между ними. Поскольку Шри Чайтанья Махапрабху Кришна, а Рамачандра — это аватар Кришны. Нанданандан Кришна. Но Гуранга Махапрабху — это не аватар Кришна. И вот мы не можем подумать, что Гуранга Махапрабху, он воплощение Кришны, нет. Кто Кришна, он Гуранга. Кто Кришна, Нанданандан Кришна, Свамиру Бхагаван и Гуранга тоже. И вот Мурари Гупта, если любит Гурангу Махапрабху, в чем проблема? Он любит и того, и того, как Мадхвачарья. И вот если кто-то спорит на эту тему, люди не могут привести это в гармонию, поскольку у них нет веры в Гуру Вайшнава. Иначе автоматически это все гармонизируется. В моем предыдущем ашраме я думал, днем работал, а вечером читал шастры, и иногда вопросы возникали, кого же спросить. Бхагавад-гита Гауди Миссия была рядом, но ответить там достойно не могли. И вот я думал, ну, ночью, в полночь, сейчас ночи, лежал и думал, и автоматически. Я не знаю, почему я настолько был, думал о интересующем меня вопросе, и тут кто-то сказал ответ, откуда-то проявился сам. Это мой такой практический опыт. Я очень так размышлял очень долго, и внезапно, подобно вспышке, ответ приходил. И я получал ответ на свой вопрос. Гурупад Падма вечная. Вечный присутствует везде, он так может, если мы искренне дать нам ответ на любой вопрос. И единственное качество должно быть преданность. Преданность у нас. А другие качества могут быть даны Гуру Вайшнавами. И вот если мы спорим между Кришнадас и Кавирадж Госвами, или, ну, если кто-то спорит, кто выше Вриндавана Тхакура или Кришнадас и Кавирадж Госвами, то вопрос глуп сам по себе. Вриндавана Тхакура Махашой, он Вьясадева. Но Кришнадас Кавирадж Госвами, он Кастури Манджари. Он очень близок к Радхарани, служит ей. И если кто-то спросит, чье положение более высоко, вопрос глупый. Кришнадас Кавирадж Госвами, составляя Чайтанья Чайтамриту, на каждом шагу он молится лотосным стопам Вриндавана Тхакура. Чайтанья Лила Вьяс Вриндавандас. Вриндавандас Тхакура Махашой, пожалуйста, прости меня, если осознанно или неосознанно какие-то сомнения возникают. Он сам пишет в Чайтанья Чайтамрите. In Bengal.
Если кто-то руководимый ложным эго хочет написать комментарий, то это вот на бенгали такие слова говорятся, что все зависит от милости. Если кто-то спрашивает, в чем секрет Гаудия Бхаджана, какова процедура Гаудия Бхаджана, что это значит? Какова настоящая процедура Гаудия Бхаджана? Плакать день и ночь. Ну, мы не плачем, чувствуем себя удобно в такой ситуации. В этом наша болезнь. Плакать день и ночь. В том, что мы не получили то или то. В этом секрет Гаудия Бхаджана. И вот Кришнадас Кавирадж Госвами. На каждом шагу буквально плачет и говорит в читании Читамрите, можно найти. Я возношу свои молитвы лотосным стопам. Кришнадас Кавирадж Госвами. Точнее, Кришнадас Кавирадж Госвами возносит свои молитвы Вриндаванда Стакуру и говорит, что я принимаю буквально остатки его пищи. It can put you in no danger. So why Vrindavan, why our Bhaktivinoda Thakur doing this kind of kirtan? Sarvasya tomar charane shokiya porechi tomaro ghare tumi to thakuro tomaro kukuro boliya jano more. So nice. Only by kirtan I need not be, I can get bhakti. Only by kirtan, over the other hand. Whatever you arrange, Bhagavan arrange for me to chapati or something, I'm satisfied. I am not going to ask you, give me. I am not suffering from any disease of demand. I am not suffering from any such disease of demand. I have no demand. У меня нет потребностей каких-то. То, что нужно, Бхагаван присылает, и мне этого достаточно. Если кто-то хочет проверить меня, можно проверить. Может кто-то закрыть меня в комнате, могу полгода сидеть и не выходить, и меня это не будет беспокоить. Единственное, что книги мои должны быть рядом. Махарадж, также может Харинам повторять, сидеть месяцами в одном месте, ну, в одной комнате вместе, да, не выходя. How many lakhs of Harinam, so recitation of everything? No question, only to silence. Nobody comes. So it depends upon your Guru Kripa. И вот это зависит от Гуру Крипы. И вот если вы наслаждаетесь Гуру Крипой, я говорил, Чанчал Баба не может прийти и я буквально собака нашей Гурварги, обязанность собаки защищать своего хозяина. И вот Бхактивинода Тхакур в одном из киртанов пишет. So many kirtans.
И он прославляет остатки пищи вайшнавов, и что собаки очень удачливы. Ну, имеется в виду собаки вайшнавов, что они питаются остатками пищи своих хозяев. Удовлетворенность — это один из главных признаков саду. Если видим, что какой-то саду вечно недоволен, то к его святости большие вопросы. И вот поэтому глупо спрашивать, кто более важен, более велик, Кришнадас Кавираж Госвами или Вриндавана Стакур. Это глупо. Кришнадас Кавираж Госвами при Нармасаке Радхарани сказал Вишвана Чакравартия: почему ты сомневаешься? Он при Нармасаке не может совершить никаких ошибок, поэтому изучает эту книгу. Харивалов, кто? Вишвана Чакравартипад. Радхарани, она сама сказала, что он Йос, это Паянармасаки, и поэтому не нужно сомневаться. А Вриндавандастакур, Ясадев, и кто более велик внешне? Внешне мы думаем, что Кришнадас Кавираж Госвами более смирен. Вот Бхактивиген Бхарати Махарадж Киртаны объяснял в Бангалоре, в Раджастане, когда преданные приглашали их, его к себе домой. И вот каждый киртан, знаете значение киртанов, то в этих киртанах заключена суть баджана. Если вы их поймете, то все будет гораздо лучше. Поэтому мы должны совершать киртаны всем сердцем. Я говорил хотя бы два раза, если вы сможете следовать, хорошо, не сможете, тоже хорошо, хоть что-то делать тоже лучше, чем ничего. Mispreaching is very. I told that everything depends upon advertisement. Follow. If all dirty commodity, if you can give advertisement, okay, oh, I can buy it. You have no, so you can come next week. Supply. Commodity useless. I can throw into garbage, but they are going to search it out of mind. So people out of there. You know, faith, the money power, they like to buy some false thing. They are going to buy wrong preaching, wrong, you know, sit down to all everything. People like to pay attention. Due to mobile. It can make people crazy. Imagination power is very important. И вот воображение, опять же, вот Эйнштейн, смотрите, он, благодаря, у него было лучшее воображение среди всех,
Никто не мог такое воображение, развить. Он мог видеть все, размышлять, воображать. Иногда, когда он думал о том, что такое время, и вот он размышлял об этом, что ж такое время. Никто не мог представить. Но все же его даршан, его видение было материальное, хотя он читал Бхагавад-гиту, и благодаря Гите развил воображение также. Но опять же, некоторые люди в своем воображении только негативные вещи воображают, и в этом из-за этого могут заболеть там или еще какие-то проблемы случиться. Я вот некоторые люди не обижаются, если их к ним как-то грубо относятся. То есть внешний человек может грубо относиться, но это опять же не значит, что он вас не уважает. Просто грубо, ну, такой, природа его как-то, как-то дать пример другим на вашем примере. Поэтому может внешне быть достаточно грубо, но опять же это не значит, что человек вас как-то не уважает. И вот Вриндавана Стакур Махашу, он и Кришнадаска Враджа с вами очень уважительно от него отзывается. И вот Вриндавана Стакур, он последний слуга Шримана Нитьянанды Прабху. И вот как Нитьянанда Прабху, он служил Гуранге. Не все могут принять такое служение. А как он смог? Нитьянанда Баларам. Все превратно понимают его, говорят какую-то ересь о нем, что саньяси был, женился, бестолковый саньяси. Нитьянанда, он Баларам. Но Нитьянанда Прабху, он отверг свои желания и делал то, что хотел Гуранга. Giving seva to Nityananda, that is important. Nityananda is not going to play his own head, though he is Balaram. Nityananda. So, Gauranga, I mean Krishna, can use me. Krishna can use me. Like in European society, American society, there is one policy, you know, use and throw. You know, use and throw. Some commodity, some item, use and throw. In foreign country also, man. Use the military, politics. If Krishna going to use me and throw me, till I should not have any complaints. И вот Криса Кришна нас использует в каком-то деле и откажется от нас, то мы не должны жаловаться все же. Иначе мы не сможем совершать Кришна-баджан.
Вриндавандас Такур Махаша, что он сделал для нас? Бхактивинода Такур много раз говорил. И вот Шрила Бхактивинода Такур говорит, каждый день мы должны изучать читание Бхагавата, если мы хотим бхакти. Если забудете поесть, это пойдет, но не забывайте читать читание Бхагавата, хотя бы страницу или одну шлоку. Читание Чайтамриту можно оставить сейчас, поскольку ее сложно понять, а читание Бхагавата нужно изучать, чтобы обрести бхакти. Я обещаю обрести бхакти, читая ее. И вот в соответствии с Рамануджачари нужно время уделять, чтобы изучать Гуру Татву. Если вы хотите обрести бхакти каждый день, нужно находить время, чтобы прославлять Гуру Вишнавов. Вот. Скоро статью опубликует на эту тему. И вот Рамануджачарья говорит, что мы не должны превратно понимать Гуру Вайшнавов. Это очень опасно. И вот Вриндаванадас Такур Махаша пишет так много стотр. Нитянанда Чайтамрита. Я Махарадж книгу какую-то составил, Нитянанда Чайтамрита, но там запутанные факты какие-то. Вот некоторые люди создают запутанности на духовном пути для своих целей каких-то. И вот кто-то говорит, что ну, в этой нити надо читать, из таких прямых свидетельств нету, только косвенные, поэтому но я был уверен, что она написана в Вриндавандас Такур, но все же прямых доказательств не было, поэтому пока в сторону отложили. И вот люди как раз сомневаются о Нитянанде, его характере, когда люди сомневаются в Бхактивинода Такуре, о Шриле Прабхупаде, Бхакти Сиддханте Сарасвати, что говорить о мне. Ну, в общем, непонимание – это такая хроническая болезнь. Когда Шрила Бхактивинода Такур ушел, все так называемые преданные начали жаловаться Шриле Прабхупаде, что было очень строги. Бхактивинода Такур позволял эти сахаджийские киртаны, вы их запрещаете. Почему? Шрила Прабхупада смеялся. Бхактивинода Такур только ушел, не прошло и двух лет. В 1914-м, и вот вы уже начали обвинять меня, что я могу сделать, и каково действие Гуру Вайшнава.
Если обычные люди не могут понять, то почему говорится вот так. Даже полубоги не могут понять настроение чисто Гуру Вайшнава. Те, кто очень разумные, все равно не могут. И вот. Очень-очень опасно. Шрила Прабхупад говорит, это была техника, принята Шрила Бхактивинода Тхакура. Обычные люди не редко ходят слушать харикатху, то слишком холодно, слишком жарко, слишком хорошо, слишком тепло, слишком удобно. Причину всегда найдут. И вот преданность. Наша Гуру-варга Шрила Прабхупад Шридхар Госвами Махарадж говорит, на пути бхаджана мы не можем ставить условия Гурудева. Как покажите, какую цель мы достигнем, потом только будем бхаджан совершать. Или дайте то, и многие даже не знают основ Хари Бхаджана. Хотя, как говорится, и вот ваша концепция неправильна на пути бхаджана. Мы должны совершать то, что нас просят, и после этого пранипат, парипрашна, сева. Вопросы, они сами прояснятся в процессе харибаджана. Это не значит, что Гуру Вайшнавы не могут дать ответ нам или не будут отвечать. Нет, ответы они придут, но не всегда сразу. До сегодняшнего момента на все вопросы ни одного вопроса не отвечено, не осталось на все вопросы. Я ответил, но не все могут. Ну, вопросы задают, но ответить не все на них могут. Гуру Вайшнавы иногда могут ждать и смотреть на вас на поле преданности. Мы не можем диктовать свои условия Гурудеву. Почему я говорю о безусловном самопредании, об условлении душа? У нее может быть какие-то свои болезни, свои проблемы, пытаются служить другое обусловление душе, и в итоге гриппом болеет кто-то туберкулезом, кто-то там холера болеет или еще чем-то, если не будут друг другу служить, в итоге вместо одной болезни каждый будет болеть тремя. И вот мы должны быть очень осторожными, пациенты, на этом духовном пути в соответствии с предписаниями доктора нашего Гурудева. Мы должны делать то, что полагается. Гуру Вайшнава оставляет за собой право наказывать вас также, чтобы помочь. Это в следующий раз я буду говорить. And again can embrace you. I can give the example of Upamanyu. И вот как с Упаманью, Гурудев его проверял, и можно подумать, что Гурудев не милостлив был к нему, лишал его всего, но все же. Ма
Шрила Прабхупада говорит, Гурупад Падма тот, от кого исходят все решения, все ответы на наши вопросы. Ананда блаженственна внутри Гурупад Падма. И поэтому мы должны обрести связь с ним. Как саньяси, у меня есть какие-то ограничения, хотя у меня есть любовь к вам, все равно не могу вас обнять. Я саньяси должен вести себя соответствующе. И мы всегда должны иметь надежду.